Провести на крыше машины стакан воды, при этом не расплескав ни капли, задание, с которым по телу справится только профессионалу. Таких на региональном этапе конкурса «Лучший водитель такси» 15. Все участники профи в своем ремесле. Имеют большой водительский стаж, разрешение на работу, не грешат нарушением правил дорожного движения на протяжении года. Ну и, конечно же, со стаканом ему нужно будет пройти маневрирование по упражнениям: параллельная парковка, заезд в гараж-бокс передним ходом, заезд в гараж-бокс задним ходом, змейка вперед, змейка назад, поворот на 90 градусов вперед-назад, разворот в граничном пространстве, бордюр и стоп-линия. И всю эту трассу нужно пройти за 4 минуты 40 секунд, чтобы не получить штрафные баллы. Штрафные баллы снижают шанс на победу. Их можно получить, еще не успев приступить к прохождению трассы. Например, если водитель забудет про стакан с водой и оставит его на судейском столе. Нюансов много. Не сбить конус, выполнить упражнение полностью, не разбить хрупкого пассажира на крыше. Главное – не поддаться волнению. Потому что человеческий фактор, он всегда присутствует. И любой человек, что бы он ни говорил, все равно волнуется, все равно у него тряска, мандраж, чтобы, ну, как сказать, ровненько проехать, нигде не ошибиться. Поэтому тут самый главный аспект – справиться с волнением. Константин раскрыл главный секрет успеха еще в прошлом году. Тогда водитель такси стал победителем регионального этапа и представил Ульяновскую область на всероссийской площадке. Ольге Якуповой до желаемого результата не хватило несколько баллов. В этот раз девушка настроена решительно, проработав ошибки, допущенные в 2022 году. Ну, здесь в совокупности все, и техника вождения, и правила дорожного движения где-то немного подучить, и знание города расширить свой кругозор, изучить все основные достопримечательности города и все, что связано с этим. Последнее пригодилось Ольге на теоретической части конкурса. Помимо правил дорожного движения, она включала в себя блок вопросов, посвященных знанию транспортных артерий и улиц Ульяновска. Результат показывает, может ли пассажир положиться на таксиста, не потеряв при этом лишние минуты, а турист добраться до главных достопримечательностей областной столицы. Все выполненные задания гарантируют победу. Лучших определяет жюри. Тройка профессионалов разделит между собой призовой фонд 30 тысяч рублей и пройдет следующий этап конкурса. Он состоится весной 2024 года. Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. Улправда ТВ.